Сергей Морозов служил в армии по контракту 7 лет назад. Его обучали саперному делу. Когда объявили о частичной мобилизации, он понял, что полученные навыки необходимы. Поэтому по собственной инициативе отправился в военный комиссариат. После чего стал участником специальной военной операции. На данный момент он находится в отпуске, после окончания которого снова отправится в зону СВО. Страна поднимается, страна в ажиотаже. Я имею такую профессию, почему я должен где-то сидеть, отсиживаться. Не видел в этом смысла, поэтому пошел узнать, есть повестка, нету. Ну, повестка оказалась. Жена Сергея Морозова – социальный координатор филиала по Ленинскому округу Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Морозова. А также она помогает женам мобилизованных и на своем примере почувствовала всю сложность ситуации. Я знаю, что муж мой, он действительно только за то, чтобы у всех все было хорошо. И в первую очередь это защита его семьи. Поэтому, наверное, как страшно, переживала очень долго, очень сложно, приходила, принятие долгое было время. Но когда приняла, поняла, для чего это было сделано и с какой целью. Вернется на фронт Сергей Морозов не с пустыми руками. Коллектив Видновской дирекции киносети собрал бойцам гуманитарную помощь. Это предметы одежды, утепленные в первую очередь на зимний, ранне-весенний период. Во-вторых, это сладости, которые там тоже очень сложно достать и которые как бы, ну, помогают бойцам, скажем так, почувствовать себя немножко в каких-то более приятных и комфортных условиях, нежели они в действительности находятся. Конечно, это медикаменты базовые, которые необходимы были по запросу. Ну и все, что бойцы запрашивали. Ну и, конечно, это письма от детей, которые подготовил ВХТЛ. Вот мы сейчас поедем забирать их, и Сережа их тоже с собой заберет на фронт. В период, пока продолжаются боевые действия в зоне СВО, неравнодушные жители муниципалитета будут и дальше отправлять бойцам гуманитарный груз. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.